Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем, как можно определить, что вам не стоит заводить домашнее животное. Домашнее животное – это не только радость для хозяина, но и большая ответственность. Прежде чем заводить питомца, надо хорошо все обдумать, взвесить все «за» и «против». Вы много путешествуете или у вас аллергия на шерсть? Тогда, возможно, вам пока что не стоит заводить домашнее животное. В каких еще случаях стоит подумать дважды, прежде чем заводить питомца? Итак, представляем вам 6 признаков, по которым можно определить, что вы пока не готовы к домашнему животному. Любое домашнее животное зависит от хозяина не только физически, но и психологически. Если вы очень много времени проводите на работе и совсем не бываете дома, питомец будет скучать без вас и страдать от одиночества. Ваше постоянное отсутствие и, как следствие, недостаток заботы могут подкосить здоровье любимца, вызвать у него поведенческие проблемы и стресс. Если очень хочется завести друга, а вы редко бываете дома, обратите внимание на животных, наименее нуждающихся в общении с человеком, например, на аквариумных рыбок. Не заводите питомца, если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия на животных. В противном случае питомец не будет приносить ни вам, ни вашим домашним радости. Можно постараться найти животное, на которое ни у кого в вашей семье нет аллергии. Однако ни в коем случае не стоит заводить питомца в надежде, что аллергия пройдет как-нибудь сама. Смерть питомца – одно из самых тяжелых событий в жизни каждого хозяина, но не стоит пытаться унять боль с помощью нового домашнего животного. Пусть лучше пройдет какое-то время. Часто, пытаясь завести нового питомца, мы хотим увидеть в нем старого друга. Но каждое животное уникально, новый питомец не сможет заменить вам вашего ушедшего любимца. Часто взрослые заводят домашних животных по просьбе детей, однако будьте готовы к тому, что ухаживать за питомцем нужно будет именно вам, а не ребенку. Не все дети готовы с радостью выгуливать собаку 3 раза в день или убирать кошачий туалет. Если вы не готовы взять эти заботы на себя, заводить питомца не стоит. Домашние животные – это дополнительная, довольно существенная статья расходов. Питомца нужно регулярно кормить, покупать ему миски, лежанки, игрушки. Также любое животное необходимо водить к ветеринару и при необходимости лечить. Прежде чем заводить питомца, спросите себя, готовы ли вы к новой статье расходов в вашем бюджете. Не заводите питомца, если вы не готовы нести за него ответственность. После того, как вы заведете домашнее животное, вы должны будете строить ваши жизненные планы с учетом вашего нового члена семьи. Питомец полностью зависит от вас и нуждается в заботе и внимании ежедневно. Решение завести домашнее животное – это важный и ответственный шаг. Помните об этом и хорошо подумайте, прежде чем заводить питомца. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!